задержка будет где-то секунд 10-15. Ждем, пока к нам присоединяются люди. Так, трансляция моя началась. Да, вижу, что трансляция моя идет. Кто присоединяется, поставьте, пожалуйста, плюсики. Как меня видно и слышно? Пока вы присоединяетесь, я кину ссылочку к нам в чат, чтобы люди пролайкали. Так, лайки напишу. Приветствую всех. Меня зовут Ирина Маркелова Агапова. И я развиваюсь в интернете с 2013 года. Спасибо за лайки. Меня смотрит 27 человек. Рассказываю. Я сейчас нахожусь в декрете, и мне люди дарят денежные подарки 6-й год. В это верить, и что в интернете можно зарабатывать деньги. Компьютер у меня появился, спасибо, Владимир, за плюсики. Компьютер у меня появился в 2013 году, и я вообще не умела делать ничего. Я писала «Привет» одним пальцем, надо мной смеялись. И потом я увидела, кстати, в одной социальной сети, в Одноклассниках, я увидела презентацию проекта Gold Line International, тогда он так назывался, и вход туда был $75. Сейчас туда вход $105. Это небольшая сумма по сравнению с тем, что я заработала за все эти 5 лет. Я заработала на 4 квартиры. Конечно, в это трудно поверить. Я знала, что сомневающихся будет очень много. И поэтому я в 2013 году, еще когда жила в общежитии, создала свой YouTube-канал и стала записывать ролики. Ролик «Весь мой путь вот этого развития, весь мой путь к богатству». И сейчас я вам покажу свои денежные переводы, которые поступают сразу на мой счет. Почему они поступают, тоже расскажу. Вот мой кошелек, видите, написано «Ирина Маркелова». А вот сегодняшний день. Антон Третина пишет, что сомневается. Вот смотрите, Антон, видите, сегодня у нас 18 сентября, поступил перевод, вот $4, видите, USD, $15, $5. Добрый вечер, Светлана, всем привет. Вот я перезагружаю страницу, вот, и эти переводы остаются. Галочка – это выполненная транзакция, то есть это входящие переводы. Если мы откроем, будет написано, от кого, вот примечание, Whole World. Это такой проект замечательный, в котором я участвую с 2013 года. И неважно, кто когда пришел, 5 лет назад пришел человек, или в этом году пришел, или в 2019 году придет. 11 ноября нам исполнится 7 лет. Смотрите, вот минус 200 – это исходящие, а зелененькие – это входящие. И переводы поступают практически каждый день. Вот за 9 сентября много переводов было. Команда у меня, я строила и строю структуру с 2013 года, более 5000 человек. Работают не все, многие бегают по лохотронам. Вот. И так далее. Любую транзакцию я вам открою сейчас. И увидите Whole World. Что же это за зверь такой? Это вот такой вот замечательный проект. Вот моя презентация. Она закреплена у меня. Ну, то есть стоит в закрепе. Вот моя ссылочка. Вход туда составляет $105. В презентации рассказано, куда поступают деньги. $5. Либо пин-код покупаете за 200 рублей. Идет у вас на активацию кабинета и оказываете финансовую помощь $100. И они у вас распределяются таким образом. Ваш личный наставник получает $10. В проекте 7 уровней. Со 2 по 6 уровень вы получаете по $5. И кто на верхней строке на 7 стоит, получает $15. Вот сегодня мои переводы пришли. И
Вот как они распределяются. Смотрите, Ася присоединилась сегодня ко мне. Когда у Аси будет партнер, окажет финансовую помощь, как и она, $100, Ася получит $10, я получу 5, остальные по маркетингу получат по $5, и кто на седьмой строке, получит $15. 50 уйдут в фонд помощи детям всем мира. То есть мы получаем деньги, еще и оказываем помощь деткам. Это поступление, то есть оповещение от почты. Вот, счет пополнен. И каждый день на мои счета приходят денежные переводы. Здесь люди регистрируются. И самые эффективные фандрайзеры – это люди, которые привлекают денежные средства на благотворительность. Сейчас я обновлю страничку. Вот, я стою на первом месте. И в прошлом месяце у меня было также первое место. Лидеры предыдущих месяцев. Вот, Ирина Агапова, видите? Да, кстати, для тех, кто сомневается. Сейчас я покажу вам свой YouTube-канал. Он закреплен у меня в шапке профиля. Вот он, мой канал. Вот здесь, вот. Артем пишет, обожаю пирамиды, эти люди повелись на 2 МММ. Кстати, Артем, в МММ надо было делать вклад, который лежал, там не помню сколько, год лежал, и потом тело вклада возвращалось или не возвращалось. Я еще маленькая тогда была, когда МММ было в моде. Здесь деньги поступают сразу на кошельки участников. Я вам показала сейчас свой кошелек. Мне не надо ждать год, чтобы вернуть свой вклад. Деньги мне поступают сразу на кошелек, без всякого вывода, минуя админов. Так, как это работает, можете здесь посмотреть на сайте. На 9 языках переведен. Кстати, еще очень одна очень-очень вкусная новость. Что тут будет к ноябрю месяцу? Тут будет очень-очень круто. Мне директор поведал тут одну новость, и я немножко вам о ней расскажу. Тут будет благотворительный марафон. Это было в 2014 году, сейчас решили его возобновить, сделать 10 уровней. $35 будет стоить место, и можно покупать сколько хотите мест. Раз в квартал нужно будет оплачивать $35. И они распределялись в 2014 году или в 2013. $3 шло спонсору, $3 шло в благотворительный фонд. По два, по одному, по структуре. Не помню, в общем, как это было. И этот марафон немножко переделают. То было раз в месяц надо было оплачивать, $30 было. Сейчас надо будет оплачивать раз в квартал. И если вы займете это место, то и будете его раз в 3 месяца продлевать, те люди, которые будут под вас присоединяться, и тут будет перелив. Сверху будет переливаться вниз, и снизу будет переливаться вверх. Ну, самой сути я еще не знаю до конца, потому что мне так немножко занавес открыли. Я знаю, что тут будет очень-очень круто. И следите за новостями. Это будет у нас к ноябрю месяцу. Я, как правило, публикую на своем канале все эти новости. И новости публикуются еще у нас в официальной группе ВКонтакте. Для тех, кто не верит, что я купила 4 квартиры. Вот здесь вот мои видео, начиная с 2013 года, там более 2500 моих роликов. Если полистать самые-самые старые, вы увидите еще такая мебель у меня страшненькая, дешевенькая. Я жила в общежитии и мечтала поскорее оттуда уехать. И у меня здесь где-то есть ролик, но их около 2000, если его найти. Я говорила, что через год я куплю квартиру. Я не знала, что я ее куплю, но я чувствовала, у меня была... Куплю квартиру.
это сделали. В 2015 году я у меня структура, то есть доход мой пошел вверх. Через полгода первый раз мы с дочкой уже улетели за границу отдыхать. То есть первый месяц у меня не было переводов, во втором месяце получил $10, а спустя 6 месяцев у меня доход пошел вверх, и мы первый раз полетели за границу. Сейчас мы с мужем путешествуем не менее 3 раз в год, но сейчас у нас родился маленький ребенок, и поэтому мы были на море за лето всего 1 раз. Ждем, когда он научится держать голову, чтобы сделать ему загранпаспорт, чтобы сфотографироваться можно было. Тогда уже будем летать с 2 детьми за границу. Если вы хотите также богатеть вместе с нами, ссылочка у меня в закрепленной записи. И еще, мы на следующей неделе проводим такой марафон для своих участников, то есть вообще для всех, кто хочет, чтобы о вас узнали миллионы людей, будем прокачивать ваши видео. Приходите к нам на марафон. Можете писать мне в личку. Те люди, кто у нас в проекте «Всем миром», тому 500 рублей, символическая плата. Марафон будет 2-недельный с 2 выходными. То есть первые 5 дней мы прорабатываем. Будет домашнее задание, будет раздел взаимопиара. И на субботу-воскресенье будет 2 выходных, чтобы закрыть для тех, ну, закрыть домашние задания, хвосты, так называемые, кто не успел сделать домашнее задание. И следующая неделя также все будем прорабатывать, будем работать на популяризацию вашего бренда, чтобы люди вас узнавали, быть узнаваемым. И для участников, кто у нас в проекте «Всем миром», будет стоить 500 рублей. То есть 50 рублей символическая плата за одно занятие. Кто не в нашей команде, будет стоить 1500 рублей. В марафоне действует партнерская программа. Приведи друга, получи 50%. Группа у нас закрытая сейчас. Так, группы. Вот наша закрытая группа. Здесь еще никого нет. Заявки идут, как только люди оплатят. Вот. Идут заявки, как только люди оплатят. Еще. Разделы. Поэтому за эту неделю у нас все это доделать и с понедельника уже начать марафон. Поэтому, кто хочет к нам прокачиваться, добро пожаловать, пишите мне в личку. Мы уже проводили один марафон бесплатно для участников нашей команды, кто в проекте «Всем миром». Не просто зарегистрированный, а кто благотворитель, то есть кто уже оказал финансовую помощь. Неважно, по первой моей линии, ну, все, кто у нас в чате. А у нас в чате все оплачены, потому что у нас по правилам чата запрещено добавлять тех участников, кто не оказал финансовую помощь. Если у вас есть вопросы, пишите свои вопросы. Жду еще минутку. И если не будет вопросов, то будем заканчивать. Кстати, в моей команде появился 9-й миллионер. И в моей команде есть люди с ограниченными возможностями, глухонемые люди, которые также стали миллионерами. Это целая семья, которая работает со мной с 2014 года в проекте «Всем миром». Вот, так что я могу похвалиться. Глухонемых берут на наемную работу не везде, а этот человек, он не видит, то есть он не слышит и не может разговаривать. Он только печатает, и то непонятно. И он смог прийти к своей цели, и у него очень много иностранных партнеров в структуре. Ну, соответственно, и от его оплат получаю и я, потому что это сетевой маркетинг. Вопросов, если нет, Светлана, будем на марафоне. Спасибо. Светлана вот была у нас на первом марафоне. Опубликовала даже
свой видеоотзыв о марафоне. Большое спасибо. Нам было с Борисом очень приятно. Все, если вопросов нет, заканчиваем. Если будут вопросы, пишите мне в личку. Всем пока-пока.